возможности. И подчас вытесняет его из штрафной площадки за активность. Посмотрим, как творит Жиньяков. Вот Андрей-Пьер Жиньяк сегодня принял поклон. Даже потеряли Погба. Великолепная правая, левая нога. Пас в одно касание. Жиньяк отбрасывает на Гризмана. Гризман. Опаснейший момент. Ин-гол. Очень все произошло быстро. Мгновенная комбинация с участием центрального нападающего Жиньяка, Гризман. Ну, собственно, посмотрим еще. Все началось с Погба. Погба. Пас на Жиньяка. Жиньяк вроде бы упал, Гризман. Тут бы его атаковать. Но успел сделать передачу между нашими защитниками. Бросался, отчаянно бросался. Видите, Кузьмин. Попытки он со своего прибежал правого фланга. Пытался догнать Н'Голо Канте, но полузащитник Лестера оказался на высоте, как его клуб в английской премьер-лиге в этом сезоне. Неприятное начало наше с центра поля. 1-0 впереди французы. Губами бежут.